Если вы никогда не были в Сибири, поезжайте, это прекрасная земля. И лучше, да, конечно, ехать зимой, чтобы, ну, увидеть ее в том самом состоянии, в котором она Сибирь. Такая, знаете, Сибирь-матушка. И вы увидите сибиряков зимой, и вы увидите, как они тепло одеты. Какие на них тулупы, шубы, какие ватники, такая тяжелая обувь. И как они носят свои большие шапки, и какие у них теплые-теплые воротники, как они в них кутаются, ну, в эти воротники кутаются. Потому что сибиряки говорят, что сибиряки – это такие люди, которые не то чтобы не мерзнут, сибиряки – это такие люди, которые тепло одеваются. А когда в Сибирь приезжает какой-нибудь иностранец, он ходит в своем легком пальтишке, с каким-нибудь забавным шарфиком и в шляпе. И кажется, что ему не холодно. А знаете, почему ему не холодно? А потому что это не его мороз. Он его как бы не морозит. Он здесь ненадолго. Зачем морозу утруждать себя? А вы приезжаете, посмотрите. Сибиряки очень хорошие люди, основательные, серьезные.